В Омске вынесли приговор жителю Большереченского района. Мужчину обвиняли в убийстве семейной пары. Причем потерпевшие являлись пенсионерами, инвалидами. Юлия Думанова расскажет, за что злоумышленник расправился со стариками. О преступлении пьяный обвиняемый в тот же день рассказал односельчанину. Тот в произошедшее не поверил, но решил проверить. С собой он взял соцработника, вместе они отправились в дом к потерпевшим. Оказалось, что дверь открыта, а в одной из комнат находится труп пенсионерки. Как следует из материалов, перед преступлением обвиняемый сутки пил спиртное. Вначале он украл из гаража родственника болгарку, а после пошел на разборку с глухонемыми пенсионерами. Они ранее обвиняли его в краже гусей. С собой взял металлическую трубу. Дедушке нанес по голове несколько ударов, после чего, видя, что дедушка не подает признаки жизни, решил сокрыть его тело и перетащил в гараж. Значит, полагая, что супруга погибшего видела все это, значит, решил совершить ее убийство. После чего он проследовал в дом, где в кухне увидел потерпевшую, и этим же самым дверным навесом нанес ей не менее 10 ударов в область головы и конечностей. Соответственно, она упала, на месте скончалась. После чего подсудимый вскрыл гараж потерпевших, где находился мотоцикл «Иж», совершил его угон, поехал кататься по деревне. Ранее сельчанин уже был судим за причинение вреда здоровью. Свою вину в убийстве двух человек он признал полностью. В итоге Омский областной суд приговорил обвиняемого к 18,5 годам лишения свободы.